Ладно. А это что? Следы. Сэм! А, чтоб тебя. Наверняка он уже далеко ушел. Надо идти к этой чертовой горе, спасать Сэма и убираться отсюда. Да уж, завтра еще посмеемся над этим. Снова идем по следу. Следы кончились. Куда же он пошел? Еще следы. Ну, по крайней мере, ты жив. Это радует. Успею прибить тебя сам. Господи! Что это? А? О, это же внук Бернса. Почти, но все тщетно. Почти у цели. И все же тебе не повезло. Еще следы. Ну, пошел. Эй, Сэм! Вот и ты. Так, поехали. Ну, черт! Так,
Тяжелее, чем кажется. Господи, корабль Эвери. Чуть не спёкся. Ну, спускаемся здесь. Ну, давай уже! И ты все это проделал, Сэм? Ну, конечно. Наверняка нашел как-нибудь. И меня болезненный. Thank you.
Почти все? Это последние, мэм. Хорошо. Думаю, сможем наших догнать. Сэм только что угнал нашу лодку и направляется к кораблю Эвери. Пускай. Мы все. В смысле? Почти все мои люди погибли, а те, кто жив, отчалили. Ты видишь? Цель буквально в двух шагах. Этот псих начинил ловушками целую пещеру. На его корабль я не полезу. Надин, если ты сейчас сдашься, то все твои потери и вообще все наши усилия были зря. Вот здесь у нас миллионы золотом. Это плюс жизнь уже неплохо. Ясно, почему от тебя люди бегут. Что, прости? Мы на пороге исторической находки, а ты хочешь уйти, подобрав крохи из-под стола? Сэм же все себе заберет! Если уйдет с корабля живым, пускай. Я скажу, заслужил. Ты-то явно нет. Ну вот. Можем стоять и ругаться тут с тобой. А можем закончить то, что начали. Как раз заканчиваем. Простите, мэм. Да. С наемниками такая штука. Они служат тому, кто больше заплатит. Ну так что? Либо мы идем до конца вместе, либо закончим все здесь. Идем вместе. Умничка. Ну пойдем. Что тут у вас, капитан Эвери?